ходе курса создадим модели сборки пневматического захвата. Будут рассмотрены способы моделирования отдельных элементов и формирования сборок, использующихся в контексте другой сборки. Также детально рассмотрим добавление элементов из сторонних источников, к примеру, пневматический цилиндр. Как отдельную сборку скачаем на сайте производителя. То же самое сделаем с датчиками и фитингами для пневматической магистрали и электрической проводки. Кроме того, в контексте сборки научимся создавать конфигурации для оборудования, для просмотра тех или иных элементов, таких как электрика, либо пневматика. Кроме того, рассмотрим примеры создания видеороликов для презентации сборок. И добавление типовых элементов из библиотек проектирования, таких как крепежи, подшипники, резиновые кольца и дистанционные втулки. Кроме того, рассмотрим способ создания тарельчатой пружины для того, чтобы она учитывалась при физических расчетах деталей. Также в контексте данного курса будет рассмотрено создание осей и использование ряда дополнений, таких как SolidWorks Simulation и SolidWorks Marshroot. В конце курса также будет продемонстрирован способ создания чертежей и добавления на них различных видов, а также таблиц спецификации. Кроме того, рассмотрим способы использования конфигурации для чертежей. И создание схем, а также работа с таблицами спецификации ее редактирование и подключение функций к столбцам либо отдельным ячейкам.